Всем привет! Мы сегодня на охоте с Женьком. Мы уже подняли сколько? 4 зайца. Но заяц, думается, далеко взять не получилось. И вот нашли след. Заяц где-то вот здесь, в кустах сидит. Вот. Женек пошел опережать. Сейчас будем что-то это придумывать. Как-то его брать. Женек, там машины едут. Пока что стой, Женек. Пока что стой, брат. Пусть проедут все. Да, я вижу там свет. Давай, машин нету. Вышел он. Вижу его. Красавчик, с полем. С полем нас. Да. Посмотри мою дровь. Посмотри мою дробь. Ну посмотри, есть попадание вот. Не. Ты посмотри попадание. Попал? Пух. Посмотри. Ну попал, значит, у него. Да, я потому что видел, попал. Вот. Красавчик. Коллективная работа. Обрезали тот угол. В сторону дороги, получается. И один зашел. Трофей, но он большой, прям упитанный. Такой упитанный, да? Упитанный? Но мы сегодня уже подымали, тоже пробовали обрезать, но подымался, но не так далеко, просто слишком умные зайцы попадались под кустами. Вот. А показывай трофей. Здоровый, блин, вообще прям такой хорошенький такой. Вот такой вот зайчик. Такой здоровый. Ну-ка, Женек, покажи всем зайца. Кровавую, подожди, с этой стороны кровавая.
зайчик. Наоборот, лучше. Здоровый заяц, да. Вообще. Красавчик. Вообще ништяк. Давай сейчас прямо сделаю, подожди. Все, всем спасибо за просмотр.